А ты мне не верил, что у нас мини-юбочки? Тут есть в Измайлово, говоришь, у нас на Щукинской. Да какие ж мини-юбочницы? Ну и как тебе измайловские? Супер. Вот, ядрёныч. Таких еще не видел. Весной пахнет за окном автомобиля модного. Короче, дорогие друзья, приветствую. Пригласил гостя почтенного посетить район наш старинный, да. Отведать шаурмочки вкусные. Ну-ка, дай-ка я вот эту вот эту в, лиц... в глазницу в левую светит. Эх, ядрёныч, русская. О, вот так вот лучше. Короче, представляете, дорогие друзья, Баряныч говорит, вот сколько в Москве живу, сколько ты в Москве живешь? 30 лет. 30 лет, говорит, живу и еще, говорит, ни разу, говорит, вкусные, хорошие, ароматные шаурмы не ел. Говорит, все попадается, да не то, да? Да. Как ты мне говорил? Ну, она какая-то по вкусу всегда попадается, не та, просто не то. Одинаковое все, да? Одинаково вкусное, одинаково лавашное, да. Одинаково мясо порезано хаотично. Вот, и в итоге понравилось тебе, где шаурма самая, ты говорил, вот прям самый попс? Но пока понравилась станция, ну, Московская область, станция Красногорская, в общем, там, по вкусу вот самая... Красногорске. Была, да, самая крутая была. Ну, я тебе, Баряныч, скажу, что, значит, ты не во всей Москве шаурмы ведал. Да. Потому что ты не ведал шаурмы, что у нас на Щелковской продается. Ты видел, какая проходимость, да, вот они стоят там чуть ли не по записи. Очередь там идет, ну, чуть ли не запысиваются. Короче, дорогие друзья, метро Щелковская, последний вагон, выход налево. Там палаточка, а рядом с ней еще одна палаточка. Вот закуплена, которая вот рядом с ней в палаточке. Комплектация с собой, такой конфетка-леденец, ну, да. Как будто выглядит. Фольга. Леденчик, как будто вот такой вот. Ну, немного салфеточек почему-то предложили нам. Как дополнительного оборудования взяли. Кока-кола. Но мы уже немножко отпили, отдегустировали немножко. Вот, потому что жарко. Мы же все по привычке разоделись по-зимнему, да. Жарко, блин, еще и в машине. Решили в машине, в уюте, в таком, в личном кабинетике обсервационном заснять, нежели на улице, да, там сейчас все течет, там, ну, я имею в виду, там, ручьи, там, эти, текут. Весна, весна приходит. Весна приходит, и мы с шаурмой тут еще. Пикник должен быть летом. Ну, покушать, да. На улице лучше всего летом. Итак, начинаем с анбоксирования. Ну тогда вот самое вот, где тебе вот самое вот, вот вообще не понравилось шаурма? Не понравилось, да? Не понравилось. Ну, наверное, я где-то был на Войковской, вот там торговый центр есть большой-большой, он называется, по-моему... Не Метрополис? Метрополис, по-моему, называется. И там рядом какая-то, у них есть этот, ну, палатки с шаурмой недалеко. Вот там я попробовал, вообще просто отвратительный вкус был. Вообще ни о чем. Ой-ой-ой, друзья, вот запомните, там в Метрополисе шаурму не берите. Ну, то есть, видно, ну, ты тот район, короче, окучиваешь, в основном север. Ну, да, север-запад. Ух ты, ты смотри, я тоже открыл правильно. Просто я думал сейчас, вот я можно было желание загадать, как откроешь, вверх пакетиком или правильно. А мы открыли правильно. Ну, чувствуется профессионализм, да? Да, ну, солнечный, вот цвет прям солнечный. Солнечного лучика такого, да. Весеннего, что сейчас за окном автомобиля весна, и у нас по лучику весеннему в руке. Ну, видишь... То, что лаваш уже отличается, да, даже визуализационно очень отличается лаваш от, ну, стандартного сырного лаваша, продающегося, ну, возле каждого метро и Метрополис, столичный гриль-палатки, да, то есть там что вот обычный лаваш, что сырный. Сырный только вот подкрашенный, а на вкус обычный. Да. А тут вот что-то сейчас может быть какой-то будет и сюрпризик. Это ну давай, так. Вкладывай, а я за тобой. Приятного аппетита, друзья, всем конечно приятного же. Аппетита. Да. Вперед, поехали. Уже минус то, что рот надо открывать, да. На всю ширину. Бывает, знаешь, она такая аккуратненькая, стройненькая. В рот прямо идет, как пишет. А это надо все-таки открывать. Так можно, может, и заклинить челюсть. А чего? У нас было у одного парня, Рома его зовут. Он челюсть открыл, потом не закрыл. Знаешь, что было потом? Что? Пришлось вправлять. Вправили, благо мы ему. Ну, и... она
Не будем считать это минусом. Наоборот, как говорится, большому и толстому рот радуется. Да. У тебя рот радуется? Да. Вот, и у меня тоже радуется. Но видно по тебе, что у тебя рот радуется. А еще я бы хотел отметить, что очень она достаточно по размеру, не маленькая. Вот как обычно делают, прям три, положат туда три кусочка мяса. А тут прям вот она большая, здоровая. Да. Очень большой размер. То есть, как бы она оправдывает свою цену, наверное. Сколько она стоит, Лех? 130 рублей внеса. 130 рублей. Ну, нормально, как бы стандартно ценная она сейчас. Ну, я во многих местах, не во всей Москве, конечно, пробовал, но во многих местах пробовал. 130 рублей стандартная цена шаурма. А заметь, мясо как порезано. То есть не какими-то хаотично пыльными, да, кусочками, как он вот так вот понарежет, понарубит, и там, ну, крошка получается мясная. А тут реально такие здоровые, серьезные кусочки, которым тоже очень радуется рот. Да. Короче, дорогие друзья, морковка, минимальное количество капусты, это радует, кстати. Капуста с нее может живот, знаешь, как крутануть. Это да. Ну, значит, тут представлено минимальное количество капусты, морковка, укропчик или это или петрушка, вот что-то я не пойму. По-моему, укроп. Укроп лежит, много мяса и помидорка еще, помидорка свеженький. Нормальная комплектация. Может быть, еще бы, знаешь, если придраться, может быть, тебе и огурчика сюда бы можно было бы кидануть бы. Лех, какую бы ты оценку поставил? Ну, я бы, конечно, бы пятерочку влепил. Это же я тебе сам бы и посоветовал. Да. То есть я уже знал. Я пробовал уже эту шаурмочку. Знал, на что иду. Поэтому фигню бы я тебе не предложил, Баряныч. Только пятибалочку. Ну а ты бы, вот мне важно это. Ну, по пятибалльной шкале я бы 4, наверное, поставил. Четверочку, да? Да, 4, потому что вот что-то не хватает. Огурчика, может быть. Ну, что-то какого-то ингредиента, да, вот. Огурчика. Мы привыкли, то, что в шаурме обязательно лежит огурчик. Ну, не знаю, как вы, но мы привыкли. Там у меня еще Рома есть друг. Мы с ним привыкли. Мы с ним как берем шаурму, бах, там огурчик. Вот, ну, четверка тоже хорошая оценка. Вот, в принципе, да, с другой стороны, а то поставишь пятерку, и вот они такие сидят, такие радостные, чтобы не расслаблялись, да. Чтобы шли, усовершенствовали и усовершенствовали. Добивались качества, действительно, тогда я тоже ставлю четверку. Баряныч, ты правильно мыслишь? Ну, есть у тебя добавить еще, Баряныч? Ну, еще бы, конечно, хотелось бы, конечно, чтобы цена, вот, знаешь, берешь... Сейчас, конечно, минимум 120-130 рублей. Да, подорожала матушка. Вот хотелось бы, конечно, чтобы шаурма не дорожала особо. Ну да. Эх, ну что, сейчас все дорожает. Сейчас уже вот в Макдональдс уже будет сходить, как реально, как будто в ресторан какой-нибудь Анна Монс, там, что находится в центре Москвы, блин. Уже в Макдональдс девушку ведешь, как в ресторан. Потому что, ну чтоб, вот тебе, мы с тобой мужчины почтенные, вот мы с тобой пошли в Макдональдс. Ну, по пятихаточке мы там оставляем, по любым. Минимум, да. А хочется же и пирожок на десерт, и коктейлец большой 0,5 я всегда беру. И того сего, вот тебе там 550-600 рублей, да? Ну да. И где они? Вот так. Ну, шаурма еще держится. Ну, потому что, вот согласись, в принципе, на 10 рублей это незначительное подорожание, ну, да. Конечно. Если она будет стоить 180 рублей, я буду мимо проходить, все. Для меня ее больше не существует. Я лучше возьму, зайду в продуктовый магазин, возьму две сосиски, возьму кефир и булочку. Тоже хороший вариант. Ну, чем шаурмочку за 180 рублей. Ну, ты как-то неохотно-то обзираешь. Вот что значит на обзор приходить без легонького чувства голодца. Ты, наверное, уже и кашеньки смолотил, наверное. Блины. О, тем более, блинов наелся, пришел обзирать шаурму. Да. Я вот как честный обзорщик с утра только кружечку чая. Ну, в общем, дорогие друзья, короче, если окажетесь на метро Щелковской, на нашем, рекомендуем попробовать. Последний вагон, выход налево, там продается шаурмочка.
Там увидеть, там всегда в этой палатке народу много, там все ее знают, в Измайле у нас знают эту палатку и покупают с удовольствием, воскушают, там в любое время дня и ночи, она, они и ночью работают, потому что она будет свежая, вот она реально свежая, это никакая, никакая, конечно же, не реклама, вот просто кто тоже не может никак найти для себя вкусную шаурму, да, там в своем районе, ну попробуйте вот у нас на Щелчке и может быть, нам спасибо скажете. Подписывайтесь на наш канал, устанавливайте лайчоночного. Ссылка на канал Бориса Шаурмяса в описании к этому ролику. Увидимся. Всем пока.